Сегодня мы познакомимся с одним из самых забавных приложений на iOS, которое называется Photo Smileys. Название, кстати, не совсем верно передает всю прекрасную суть программы. Итак, небольшое приложение предназначено для того, чтобы создавать симпатичные анимированные фигурки с собственной физиономией. Всего доступно 8 персонажей и 9 эмоций на каждого – скромность, радость, смех, грусть и другие. Попробуем создать одного из персонажей. Для начала тапаем на ковбоя и добавляем свою фотографию, либо делаем ее с помощью камеры. Далее вступает в действие продвинутая технология распознавания лиц и черт лица компании Luxan. Программа распознает ваше лицо, и оно начинает улыбаться, злиться, смеяться и даже плакать. При этом персонаж двигает ручками-ножками, переминается и вообще ведет себя как вполне нормальный человек. Такую фигурку можно отослать с помощью специальной кнопки куда угодно – в iMessage, на почту, в Twitter и в Facebook. Эффект не заставляет себя долго ждать. Вам сразу начнут отвечать, спрашивая: «Это кто? Это ты? Кто это?» Магия! В Photo Smileys абсолютно бесплатно можно сделать двух персонажей – женского и мужского пола. Остальные 7 нужно будет докупать за $1 за штучку. При этом сама программа бесплатная. Кстати, касательно названия, я бы назвал ее «Эмоциональный я». Слишком уж классно приложение передает эмоции хозяина телефона.